Город Горький, бывший Нижний Новгород, стоит на Дятловых горах над слиянием Оки и Волги с 1221 года. Этот фильм мы снимали не столько для горьковчан, они-то знают город наизусть, сколько для тех, кто знает о нем лишь из учебников географии да из газет, а еще, может быть, для тех наших земляков, что давно уже живут вдали от родного города. Так вот, по-прежнему, как и многие десятки лет ранее, весна для нас — это прежде всего открытие большой волжской навигации. 22 апреля. Отвалит в полдень от Горьковского причала флагман Волжского флота, и вся Волга начнет работу. Старый наш город стоит в самом центре России. Рядом, рукой подать, древние русские города. Муром, Ярославль, Владимир, Суздаль, сама Москва. Рядом и Заволжская лесная сторона, вот она, где стоял легендарный град Китиж, где расцветали издревле знаменитые русские ремесла. На реках Керженцы, Ветлуги, резчики, художники, умельцы. И по сей день создают это чудо чудное, диво дивное, золотую хохлому. Полвека тому назад прославили наш город еще и люди, поставившие над Окой первый в стране завод «Автогигант». Марка «ГАЗ» и на безотказных грузовиках, и на популярных «Волгах», и на представительных «Чайках». Теперь-то у Горьковского автозавода десятки братьев, и такие тоже гиганты, как «Волжский завод», «ВАЗ» в Тольятти, и на «Камерике» «КамАЗ». Они, пожалуй, и масштабнее. Но Горьковский автозавод по-прежнему во главе советского автостроения. Город наш все растет. Уходит город вверх по Оке, по одному берегу к автозаводу и далее его. По другому берегу Оки бежит дорога, что ведет к Арзамасу, Пушкинскому Болдину. Уходит город вниз по Волге, до старого Печорского монастыря, где когда-то создавалась Лаврентьевская летопись. А вверх по Волге лежит дорога к Сормову. Все эти дороги перекрещиваются в историческом центре города, который когда-то, собственно, и был Нижним Новгородом, городом, который из конца в конец можно было пройти пешком за полчаса. Центр города, и это особенно ощущаешь весной и летом, молодежный студенческий центр. Будущие машиностроители и историки,
Музыканты и судостроители, архитекторы, педагоги, физики, химики, экономисты, биологи, медики постигают здесь науку в общении с опытными специалистами, известными учеными. Академик Борис Алексеевич Королёв, известный советский кардиохирург, почетный гражданин нашего города. XX научно-вооруженный электронный век и медицину оснащает соответственно. Когда выпускники Горьковских технических институтов, бывшие студенты Горьковского университета приходят в исследовательские лаборатории города, то на практике постигают всепроникающую связь точных наук с насущными проблемами сегодняшнего существования человека. Институт прикладной физики Академии наук Советского Союза. Директор института, академик Андрей Викторович Гапонов-Грехов, сам некогда был студентом Горьковского университета, учеником академика Андронова, создателя теории нелинейных колебаний. Практические следствия этой теории сегодня воплотились в приборах, которые разрабатываются в институте, и которые, в частности, открывают дорогу к управляемому термоядерному синтезу. А он сулит человечеству практически неисчерпаемые источники энергии. Для сотрудников научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии, для директора этого института, академика Ирины Николаевны Блохиной, работы, связанные с созданием препаратов для лечения детей, наиболее важные и волнующие среди десятков других проблем, над которыми работает институт. Архитектурная старина. Она сказывается на облике города. Более того, во многом формирует его. И это тоже уголок города,
этнографический музей под открытым небом. Сюда мы приходим, чтобы вспомнить обычаи, посмотреть на костюмы, которые когда-то давно были повседневностью, а теперь стали историей. А старые дома на наших улицах служат и историческим воспоминанием, и современности одновременно. Древний Кремль, патриарх нижегородской архитектуры. Архитектура напоминает и о купеческом, торговом прошлом города, о тех временах, когда Нижний, Москвы брат ближний, был карманом России. Ну а современные архитектурные формы, такие, чтобы устояли в веках, городу только еще предстоит найти. Транспорт, как и архитектура, в нашем городе принадлежит и старым, и новым временам. Трамвай. Этот вид электрического транспорта в России появился впервые именно в Нижнем Новгороде. Строящиеся линии метро. Архитектура меняется. Течение двух русских рек, что сливаются в одну под стенами города вечно, дыхание Волги и Оки не могло не сказаться на характере нижегородцев-горьковчан. Прогулка по Волге обязательно входит в неофициальную программу многочисленных научных съездов, конференций, симпозиумов, которые столь часто проводятся на наших берегах. Академика Григория Алексеевича Разуваева, директора Института химии Академии наук СССР, иностранного члена Нью-Йоркской академии, часто можно увидеть в стенах Горьковской картинной галереи. Особенно подолгу стоит он перед полотнами Николая Рериха. Сложнее снимать ученого и вникать в суть его работ в лаборатории. Григорий Алексеевич – создатель советской школы металлоорганических соединений, этой столь перспективной отрасли химии. Академик Григорий Григорьевич Девятых и его сотрудники работают над получением и анализом особо чистых веществ. В этих лабораториях исследуются микропроцессы.
Здесь ученые научно-исследовательского радиофизического института изучают явления, происходящие в Большой Вселенной. Алексей Максимович Горький, великий русский писатель и наш земляк, в 20-х годах посетил Нижегородскую радиолабораторию, которая стала истоком советского радио и радиоэлектроники. И он написал тогда, что увидел здесь группу людей, которые самоотверженно отдают свои силы излюбленному ими делу разрешения загадок природы, великому труду на благо мира. Думаю, что если бы сегодня Алексей Максимович увидел столь изменившийся полуторамиллионный город своего имени, он мог бы вновь передать всем своим землякам восхищение и почтительный поклон человека, который умел наблюдать и сравнивать. Thank you.